Ну что, друзья, наконец-то момент истины. Я вам сейчас просто дам пруфы на то, кто же все-таки проклял Броуков на второе место. Внимание, на счет три. Раз, два, поехали! Ну, наоборот, может быть, пожелать каких-то побед, ну да, это 100% буду желать команде Броук Бойз только победы, занимая только первые места, хотя нет, вторые места. Ладно, не будем о грустном. Я хотел бы пожелать перед финалом Броукам, чтобы они завоевали первое место. Парни, вы заслуживаете первое место. Вы должны взять этот пятый МФЛ. Вы сделали очень огромную, я просто не знаю, как это описать, дикую работу вообще в течение вот этих 2,5 лет, как существует эта команда Броуки. Поэтому я жду от вас столько победы. Ну и с вами был, как всегда, Трахов. С любовью, ваш бывший.